Кровопролитное сражение было важным уроком, товарищ. Оно показывало, что мы можем победить немцев. Именно поэтому мы так решительно и бесповоротно шли в бой в Сталинграде. В Сталинграде нас вел в бой приказ 227. У солдат не было выбора. Сражайся или умри. Не отступать! Ни шагу назад! Согласно приказу 227, любой, кто отступит, будет застрелен на месте! Умрет смертью труса и предателя! Враги могут поберечь пули, мы и сами друг друга перестреляем. Но, товарищи, по правде говоря, у нас нет выбора. Единственный способ пережить этот день — идти вперед. Мы поняли, товарищ лейтенант. Мы пойдем с вами до конца. Как будто у нас есть выбор. Товарищи! Отберем у врага родную землю! Нам некуда идти, только вперед, к победе! Мы займем территорию вокруг фабрики и пойдем через город к позициям немцев. Не давайте обойти себя с флангов! Будьте готовы контратаковать, когда появится возможность! Пленные фашисты сообщают, что они планируют ввести в бой свою бронетехнику. Когда придет время, попробуем прислать вам подкрепление. Одним отрядом... Мы выкинем фашистов из Сталинграда квартал за кварталом. Товарищ капитан, соберите людей и закрепитесь по периметру. Да, идем. Мы найдем этому... Делайте, как вас решили! Мир! Прочь, дымовушка! За дымом! Теперь это наши! Нам нужно это! Вон туда, мат! Отступаем! Красная армия! Служим народу! Чего ты смотришь? Мы достигнем цели! Отряд, отступаем! Пора в поход, товарищи! Мы готовы! Скоро у нас будет мясорубка М-45! Что это? Штурмовые заходы. Готовы! Ресурсы попали к врагу. Наш пулемет подавлен. Линии снабжения перерезаны. Атака!
цели у врага! Огонь! Огонь! Поджарим! Один убит! Боюсь, забуду все, если у меня стрелять никто не будет. У нас появились свежие новобранцы. Ни шагу назад, товарищи! По приказу 227, каждого, кто отступит, расстреляют на месте! Ждем вашей команды! Берем! Людей к орудию готовы идти, товарищи! Куда? Мы в пути! У нас появились свежие новобранцы. Ты трус и предатель. Да, товарищ. Государство всегда знает... Ваш приказ, товарищ. Предателям смерть. Это наше. Здесь нет трусов. Готовы. Еще трусы есть? Выступаем. Жаловаться прерогатива солдата. Внутри отойти от ока. Офицеры НКВД ушли. Но это только для тяжелораненых. Солдаты готовы. Что вам нужно? Вам нужно что-нибудь? Пулеметчики, разместиться внутри. Теперь новобранцы могут атаковать танки противотанковыми гранатами. Вперед! Марш! Мы в пути! Мы вышли! Вперед, товарищи! На марше! Отстреливаемся, товарищи! Мы несем потери! Идем быстро. Саперы, требуется ремонт. Красная армия, служим народу. Отряд в полном составе. Вам нужны саперы? Проверьте снаряжение, выдвигаемся. Выступаем! Выступаем! Да, у меня талант! Снайпер готов исполнить свой долг! Вам нужен. Готово двигаться. Оружие убрать. Иду на территорию врага. Ждем вашей команды. Меняем позицию. Готовы двигаться? Да. Миномет выдвигается. Пути. По крайней мере, мы не заблевали. Выступаем. Спокойно, давай. Это просто шутка. Мы достигнем цели. Верно. Мы выступаем. Минометный расчет готов. Саперов в пути! Вам нужны саперы, готовы!
Меняю позицию. В пути. Ну, если от меня там будет... Прячутся в зданиях! Выбейте их оттуда! Противник перед нами! Освети путь ракеты! Они или мы, турбовыцы! Ждем команду! Саперы готовы! Стычка с вражеской пехотой! Да, командир! Готовы! Готов двигаться! Чем могу помочь? Смерть из тени. Приказ поняла. Отправляюсь туда, где я нужна. Бойцы, у нас приказ. Да, товарищ. Подними. Приказ понятен. Ждем. Водитель, поехали. Отряться, идем. Иду на территорию врага. Да, я могу молчать. Меняю позицию. Позицию, девочки! Внутрь, товарищ. Заводка разбавленная. Снимай их. Они даже ничего не почувствуют. Пехота врага обстреливает меня. Пехоте не уйти. Мы на прицеле у пехоты. Позицию я уничтожаю. Минометный расчет готов. Как прикажете. Готово. Есть приказы? Мы атакуем. На вам пора в поход, товарищи. Солдат, мы в пути. Отряд огнеметчиков на месте. Это будет наше. Вперед, товарищ! Вперед! Да, товарищ, приказ понял. Да, там, вот наша цель. У нас не пропадет. Если я не вернусь, можешь забрать мои ботинки. Минометчики ждут приказ. Миномет меняет позицию. Меняю позицию. Там будет лучше. Склад боеприпасов готов. Штурм, мы в пути. Это наше. Я могу сделать выпал. Ухожу. Я выделил вам в помощь несколько «Катюш», товарищ капитан. Они помогут вам выбить фашистских крыс из города. Если передовые отряды наведут их на цели, они будут куда эффективнее. Есть приказы? Катюша, перемещай.
Стоят вон там. Сосредоточиться! Затаскивайте орудие внутрь, товарищи. Товарищ? Выхожу. Нас атакуют! Снайпер в пути. Готово. Захожу к ним. Запустите ракету. Минометчики, миномет продвигается. Солдаты готовы. Минометный расчет готов. Саперы готовы. Выступаем. Это сработало с действием. Они идут прямо в центр. За Родину. Продолжайте движение. Закрепитесь на мостах, ведущих к вражеским укреплениям. Миномет на месте! Вниз! На землю! Товарищ капитан, на севере есть еще третий мост. Если вы сможете занять его, я смогу прислать вам на помощь свежие подкрепления. Позиция. Водитель, поехали!
нагрузка меньше. Выступаем! Отлично, наша. Товарищ капитан. Подкрепление уже в пути. Понятно. Давай, 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 дав
Пулемет, готовьтесь двигаться. Отряд, выступаем. Заходите, парни. Это хороший... Вперед, товарищи! Наши пулеметы нужны там, куда мы идем. Пулеметчики выступают. Бери оружие. Саперы наготове. Ложись! Ложись! Быстро! Как гранату. Черт! Граната! Парни, следуй за мной! Товарищ! Вперед! Вперед! Гвардия на... Мы в пути! Мы готовы! Минометный расчет готов. Нет проблем. Ждем приказа. Гвардейский отряд готов. Катюша ведет огонь. Сделаем. Ракета выпущена.
гвардия захватила цель. Товарищ командир, мы захватили один из мостов. Отлично. Готовьте оборону и выдвигайтесь ко второму мосту. Что вам? Двигаемся, товарищи! Да, товарищ? ПТО в пути. Пулеметчики выступают. Гвардия, мы выступаем. Отряд гвардии с ДП-28 выдвигается. Взвод пулеметчиков в пути. Вам нужна поддержка? Мы в пути. Пошли, пошли, живо! Мы погибаем, товарищ! Эти бункеры! Меняет позицию. Мы ждем приказа. Пулеметчики выступают. Выступаем. Действительно? В пути. Пустите ракету. Захожу к ним. Почти жаль этих гадов. Гвардейцы в пути. Вам нужно... Готов двигаться. Отряд, вперед. Взвод по ТРС в пути. Артиллерия! В укрытие! Что? Мы меняем позицию. Фашисты не оставят этот район города без борьбы. Нам доложили, что к вашим позициям приближаются немецкие войска. Не дайте им оттеснить вас. Нас убивают! Это просто пехота! Убейте их! Посылаю вам на помощь Т-34. Вы можете запрашивать танковые подкрепления на заводе. Ты перебегаешь. Ты перебегаешь. Ты перебегаешь. Ты перебегаешь. Ты перебегаешь.
всех ПТО. Позицию! Захватывает сектор снабжения. Еще одна машина потеряна во благо Родины. Терять территорию нельзя. Немедленно отбейте ее. Бранцы прибыли. Одно из наших ПТО нейтрализовано. Отличная работа, товарищ капитан. Это позволит нам перевести дух. У нас появились свежие новобранцы. Ушли! Пехотинцы положили жизни на алтарь победы! За отступление смертная казнь! Отменила приказ 227. Мы несем потери в технике. Иди, иди! Открыть огонь! Расстреливаю!
стоять насмерть за Родину! Мы потеряли минометный расчет! Занимают сектор. Есть приказ. Ни шагу назад, товарищи. Давай! Пожарим их! Мы истекаем кровью, товарищи! Или дюгами летят! ПТО готово к бою. Один убит. Берите этот. Мы меняем позицию. Враг уничтожил еще один отряд пехоты. Есть приказы? У нас появились свежие новобранцы. Новобранцы прибыли. За отступление смертная казнь. Не отменила приказ 227. Кажется, это последнее. Вот здесь мы переломим ситуацию. Наступайте и уничтожьте вражескую базу. Мы это сделали. Вы получили в свое командование дополнительные Т-34.